Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 265. Нам нужно решить задачу. Периметр четырехугольника ABCD равен 100 сантиметров. Сторона AB равна 41 сантиметру. Сторона BC короче стороны АБ на 18 сантиметров. Короче, значит, меньше. То есть на 18 сантиметров меньше, чем сторона АБ. Но длиннее стороны CD на 6 сантиметров. То есть еще у нас про сторону CD что-то сказано. Сторона BC длиннее стороны CD на 6 сантиметров, то есть на 6 сантиметров больше, чем сторона CD. Нужно найти длину стороны AD. Ну, еще нам известно, что периметр четырехугольника ABCD равен 100 сантиметров. Ну, давайте запишем это наверху. Периметр ABCD равен 100 сантиметров. И напомню, что периметр – это сумма длин всех сторон. То есть, если сложить все длины сторон AB, BC, CD и AD, то получится 100 сантиметров. И первым действием давайте найдем сторону BC. Она на 18 сантиметров меньше, чем сторона AB, а AB равна 41 сантиметру. То есть, чтобы найти BC, нужно из 41 вычесть 18. 41 минус 18 будет 23 сантиметра. То есть сторона BC у нас равна 23 сантиметрам. Дальше про сторону BC сказано, что она еще на 6 сантиметров длиннее, чем сторона CD. То есть сторона CD короче стороны BC на эти же 6 сантиметров. То есть, чтобы найти CD, нужно из 23 из длины BC вычесть 6 сантиметров. 23 минус 6 будет 17. 17 сантиметров, это у нас получается сторона CD. Ну и теперь третьим действием мы сможем найти сторону AD. Для этого нужно из периметра вычесть три известные стороны. 41, 23 и 17. 100 минус 41 будет 59. Дальше еще 23 и 17 вычитаем. 59 минус 23 будет 36. И 36 минус 17 будет равняться 19. То есть 19 сантиметров – это у нас сторона AD. Ответили на вопрос задачи, поэтому пишем слово «ответ». Сторона AD равна 19 сантиметрам. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания – подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.